Между тем, высокопоставленных украинских чиновников волнует не фактическое банкротство государства, а собственные амбиции. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подает в суд иск о защите чести и достоинства. Так он отреагировал на обвинения в свой адрес, выдвинутые одесским губернатором Михаилом Саакашвили. Напомню, что на недавнем заседании украинского нацсовета оба политика едва не подрались. Аваков швырнул Саакашвили стакан с водой. Происходило все в присутствии главы государства, который молча наблюдал за происходящим. Тварь последняя! Вот! Да, вот. Свою страну довел! Ходить к черту из моей страны! Конфликт произошел из-за Одесского припортового завода. Это одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины. Оно включено в программу приватизации. Аваков и Саакашвили обвиняют друг друга в коррупции, воровстве и попытках продать предприятие друзьям-олигархам.